Дети певицы Валерии рассказали шокирующие подробности об издевательствах отца. В эфире программы «Новые русские сенсации» дети Валерии Анна, Артемий и Арсений впервые откровенно рассказали о том, как жестоко над ними издевался их отец, бывший муж певицы Александр Шульгин, российский композитор и продюсер. Оказывается, он поднимал руку не только на Валерию, но и на детей. Причем, когда они были еще совсем маленькими и априори не могли заслужить это. Например, средний сын Артемий рассказал, что его отец начал бить, когда ему было всего 7 месяцев. В годик мальчика отвезли к бабушке, чтобы спасти его от собственного папы. Шульгин был вегетарианцем, заставлял всех питаться так же. Потому растущим детям приходилось давать втайне мясо. А старшую Анну он заставлял есть мороженое, хотя у нее на него аллергия. Еще девушка рассказала, как однажды отец выставил ее ночнушки на холод на улицу за то, что она не почистила зубы.